Амбидекстер, привет, дорогие мои подписчики, с вами Дуза с пирогов, и я начинаю, Амбидекстер, так, сейчас мы будем записывать, четкий помидорный трек, новый про Ромку Деннера. Ромка Деннер, ты мой друг. Thank you.
хочу рассказать вам одну тайную историю про моего друга Ромку. Однажды мы с Ромкой встретились возле моего дома и пошли за дом. Мы нашли там бутылки водки стеклянные под окнами за домом. И вдруг я пнул одну бутылку водки пустую об другую, и нам это понравилось. И после этого мы продолжали бить друг об друга, играя в футбол. И так мы начали дружить.